Всем привет, с вами как всегда Моныч. И Брут. И в общем-то мы продолжаем играть на сборочке FTB Interactions. У меня это 10-я серия, а у Ленчика это 3-я. Хорош ходить за мной. Чмо. В общем-то, ребятки, не забывайте. А почему мне только что дебафов не дало? Не знаю. Не сбивай меня нахер. Придется вырезать. В общем-то, ребятки, не забывайте, если вам понравилась данная серия, то обязательно ставьте лайк, но если здесь вы находитесь впервые, то не забывайте подписываться. И в описании вы найдете ссылочку как раз-таки на Брутанского, чтобы почекать, что у него там было. Ну, в общем-то, по нынешней традиции, я желаю приятного аппетита всем, кто спит, но также приятного просмотра, ну а мы таки продолжаем. Так, говнюк. Знаешь, что мы сегодня будем делать? Что? Будем делать, во-первых, эту, скажи, коксовую печь, и потом доменную печь будем делать, да? Давай ты, наверное, займешься, короче говоря, коксовой печкой, а я доменной займусь. Окей? Сейчас, подожди. О. То, вот в этом сундуке я еще херанул 2 стака кирпича коксовой печи, если что возьмешь. Так, я вот что хочу, я хочу сделать вот это, вот это. Вот это хочу тоже. Что ты там хочешь? Вот это хочу. Что ты там делаешь? Вот это хочу. Что ты делаешь? Хочу вот это. Слышь? Вот это хочу. Что ты там нахер уже хочешь, не хочешь? Ты охерел? Сволочь. Сука, с одной тычки. С одной тычки. А, нормально. Ты мне весь опыт нахер ушатал. Ну, я тебя, собственно, понимаешь, говоря... почему ты мне весь опыт ушатал, скотина вонючая? Гнида. У меня был 67-й там какой-то левел. Ты мне его весь нахер ушатал. Говно ты вонючая. Чмо. Я тебе это припомню еще. Я просто не ожидал то, что он тебя с одной тычки вольнет. Ну надо думать, если ты его там зачарил на всякое говно. Озарение 3, сила 5, оттяжка, True Infinity. Действительно, сила 5 нахер. Ты че, рофлишь, дядь? Я причем у него... Ой, еще мультивыстрел 5 у него есть. Ветеран битвы. Бесконечность, раздвоенный выстрел. Слабая горящая стрела. Горящая стрела. Горящее мое очко. Хорош срать стрелами, а. Так, я не понял, а... Не понял. Что? А откуда у нас предметный буфер? Так я его нашел. Я вчера еще ночью, помнишь, скин кидал? Он тогда, наверное, на третьей еще был. Так, где сраная ступка? Я ее не хочу просто делать по новой. Мне нужна сраная ступка. Куда? Падла делась. Я паук. Вообще... А, вот она, нашел. Я паук. Угу. Так. Так, надо, допустим, короче, на огненные снаряды добавить и на динамит. Сейчас, так, блины возьму и возьму кирпичи. Кирпичи у меня есть? Нет. Раз, два, три, четыре. Четыре стака. Обычных возьму. Сделаю из них. О. Нормально. Давай занимайся уже коксовой печкой. У меня эта херня сдохла, ступка. Падло. Так, ну я помню, вроде там... стоп. Так. Назад кирпич, вот ступа мне нужна. Ступа, во. Угу. Чем, говоришь, мне заняться? 256. Тут у нас 80. А, ну понятно. Голубая сталь. Ну, голубой стали у нас нету. Ясно, как вся печка. Херня на меня. В смысле? Да. Просто здесь в основном грин для этой коксовой печи сейчас будет.
А чё Гринт просто взял нахер блоки глины и пошел он в этот вагон кинул их? Так понимаешь, я урокал в том, что я это уже делал в прошлый раз. Просто мой инвентарь, типа, ну... У меня даже это на записи есть, то, что у меня это все было. Ну, помянем. Так, и что там, булыжник был или камень нахер? По-моему, камень. Ну, похер, так возьму. Так, тук-тук-тук-тук. Жбыньк, ага. Оно. Все. Ща будем дрочить. Опа. Хера, нормально. Так, и дрочим глину. Жбыньк, и мне не хватило. Найс. Так, правильно делаю? Не, знаешь, конечно, Dynamics Surroundings это хорошо, но воющие шакалы нахер где-то. А, я дебил. Где у нас остров в пустоте, ёпта. Это, конечно, мощно. А как тебе совы вообще? Ну, это тоже нормально так. Так, теперь мне нужно совместить вот это говно. Получается, у нас шамотная глина, сделанная побольше. Прям таки вообще, чтобы можно было, знаешь, ей просто обмазываться. Так, шамотная глина, и теперь мне нужен где-то так, тут компрессор. Мне надо, короче, посмотреть, что у меня там по... Так, посмотри что-нибудь. Пошел нахуй. Так, ну, вроде более-менее нормально, слышно одинаково. Да. Так, мне нужны сейчас тогда воронки, получается. А, подожди, а обычную воронку я могу сейчас сделать, интересно? Так. Вот вороночка. Железные пластины, любой ключик и сундук. Окей, ключик у нас где-то был. Я делал ключ. Хотел попытаться поменять там что-то трубы. Но что-то они... А, вот он, гаечный ключ. Интересно, он подойдет? Нет, не знаю. Так, пластины железные. Вот, сундуки. Да иди нахер, ромашка, вот. А ну-ка. Получится, не получится? Нет. Алло, Вась. Для особо одаренных. Вот тут горит огонь на постоянку. Ты что, не видел? Нет. Зашибись. А ты что там этот? А, ты кирпичи там переделываешь? Да. Которые... А нахера, если они есть в EMC? Нет. Кирпичи коксовой печи нет в EMC. Не, на, подожди. А, ну кирпичи... Так ты обычные кирпичи делаешь, алло? Нет, я... Там я проебался чутка. Ну вот, вот ты в этих сейчас в кьюнах делаешь обычные кирпичи. Так я говорю то, что я там проебался чутка. Ну. Сейчас уже все. И вот еще два стака кирпичей коксовой печи есть. Пригодится. Так, стоп. Мне нужен ключ вонючий. Ключ какой-нибудь любой. Ой, ёптать. Мне ладно, тоже нужен ключ и железные пластины. Хер с ним, просто возьму вупер, блядь. Вот. Допустим, 4 вупера возьму. И возьму сундуки железные. Так. Да ёпта, сундучки, 4 железных сундучка. Все, запихую сейчас. Так. Так, чтоб оно было. Допустим. Ага. Подожди, я же брал 4, откуда у меня 6? Так, окей, молот и слитки, типа, да? Что за дичь? Окей. 2, 3, 4. Ну-ка, пойдет. Да, фигарит. Отлично. Так, теперь знаешь, что мне нужно? Мне бы пригодилась бы сейчас труба предметная. У меня нету предметных труб. А, так слушай, я еще смогу сделать. У нас есть слиток пульсирующего железа, нам как раз за квесты дало. Так он еще в EMC есть, и, по-моему, у меня еще майн крашнется. И понятно. Связующий элемент трубы у нас тоже есть, я их тоже делал. Так вот, где оно? Где, слушай, я не понял, а где элементы труб? А, вот они.
связующие элементы. У нас есть еще так. Пульсирующее железо, добавлял EMC вчера. Я знаю то, что оно есть в EMC. Но оно где-то в сундуках валяется, вот пульсирующее железо. Жбиньк. Так, и где-то, по-моему, у меня в печках еще осталось. Да, вот 56, вот 56. Все, огонь. Сейчас сделаем предмет этой трубы, вообще живем нахер. Так, жик, жик. Джибинг. О-о-о-о. Огонь. Кстати, за нее ничего не дается? Нет, ничего не дается. Предметная труба. Вот это огонь. Так, теперь нужен сундучок. Почему я пишу постоянно сундук, ёпта? Потому что ты ссышь. Нет. Как и Зенг. Зенг засал ПВП, поэтому он пошел набой. Так, у меня там кто-то мне в Дискорде опять там на этот наярнул. Да, он, видимо. Хочет, чтобы ты его размутил. Но за такое поведение он идет набой. Так, извлечь. Режим красного сюда активен. Так, а тут вставить все. Так, мне тут нужен вот цикл включен, все. О, пошло дело. Огонь. Джунг. Все. Так, тут. Блин. О! Нормас. Нормас. Нам нужен будет еще криозот. Точно. А он в коксовой печи будет. Только на самом деле я не помню, как ее строить, по-моему, как в Стингерсе. Да как обычно, ее строишь, тупо и все. Так, куда, где ее построить-то? Сейчас я тебе скажу. Так, знаешь, где ее строим? Наверное, где-то вот тут. Вот тут, короче, строим. Это сейчас пока трубы настрою. Так. Здесь что у нас? Активный без сигнала, вот. Так, активный без сигнала, цикл включен. Без сигнала включен. Так, все. Теперь сюда мы вставим, это убираем. Мне кажется, я что-то делаю не так, на самом деле. Ты строй 3x3 просто. И там же написано то, что внутри она должна быть полая. То есть этот центральный блок должен быть пустым. А, все, я смогу как-то хрень строить. Да, ты херню начал делать, действительно. Лол. Ну ты вообще кадр. Так, сжатая шамотка, теперь нам ее нужно переплавить. Окей, главный вопрос. Давай. Жарься. Слушай, у нас катастрофически мало сундуков. Там в конце вообще сундуки пустые. Да, но их мало все равно. Я хочу больше. Ебень. Я хочу их больше, понимаешь? Больше. Мне нужно больше сундуков. А знаешь, это как в Варкрафте. Нам нужно больше золота. Так. Ну, а кирпичики так, джик, погнали. В общем, кто помнит, по-моему, я в третьей серии говорю как раз-таки про вот эту схему. Вот, да, я же забыл сказать, что за кадром я вот это вот провел все. Все работает, все огонь. Ну, воды маловато, конечно, осталось. Надо сейчас сделать сталь, сделать ее бесконечное ведро и просто нахерачить сюда по полной. Что странное происходит вокруг вас. Обожаю флимфлам. Так объяснил бы хотя бы, откуда у нас зачарки все. Да. Короче, этот говнюк впихнул сюда, значит, Enchanted Plus. Нет, это вот. Что мы с тобой по договоренности впихнули. Да. И здесь просто до херища зачаров можно напихать. Да. Сейчас просто в комменты будут опять читеры, гниды, ублюдки, мрази, пидорасы. Ну, просто они бы видели меч. О! Так, это не то. Вот так вот. У нас теперь есть 500 миллибакетов криозотового масла. Ага. Скоро будет у нас и это, скажи, доменная печь, где мы сможем захерачить, сталику захерачить сможем.
Короче, рассказывал охуительную историю. Вчера я хожу, короче, такой по миру, там нахожу всякие данжи и прочее все. Там... А без меня, пока я был на работе, между прочим. Так, а чё, я все равно блять. Ничего по квестам не делал, вот, кроме собирания всех рут. Вот. И типа получилось так, то, что я нашел меч с зачаром. Какой там зачар, не помнишь? Озарение, по-моему. Да, вот, короче, зачар озарение. Он дает нехилый такой буст к опыту после убийства мобов. Вот. И в итоге я нафармил себе левел. До конца дочарил меч, потом его отдал Максу сегодня. Mm-hmm. Вот. Сегодня еще левелов по фарме, вот, как видно, то, что у меня 107. И получается зачарена бронька, плюс еще вот эта штука. Вот изумрудный топор и кирка изумрудная, ну еще лопата. Ну да. Так, а где у нас вот железный молот? Пойдет он сюда? Нет. Там нужно, чтобы оно было без склонения. Это, знаешь, вот железомолот, к примеру, который я себе сделал вчера, по-моему, Слава, я сложил в сундук. Mm-hmm. Так, подожди. Отойди. Так, вот пластинки. Где сраные, вот сраные палки. Так, ну-ка. Нет, стоп. Какой у тебя молот? Так, подожди, это стальной нахер. Стоять. Так, а ты какой квест сейчас делаешь? Который мультиблоковен? Я сейчас сделаю доменную печь. Это я понимаю, но квест как называется? Хер его как называется этот квест. Кстати, наградка. Может... сушеный кирпич плюс медь пластины. Подожди-ка. Так, песок, гравий, глина. Песок, гравий, глина. Так, вот что-то я сейчас, знаешь, не могу понять рофла. Он что-то не хочет делать. Подожди, а где у нас еще один базовый... Этот, вот он, верстак базовый. Ну-ка сюда, падла, иди. Что-то рофл, знаешь, в чем? То, что я пихаю... херню сюда, и он не хочет делать кирпич. Чего, мы? Там нужно 50 миллибакетов гриазотового масла. Все, понял, нахер. Я тупой кусок дерьма. Открыл Америку. Так, да. Где у нас ведро? Пойду сюда. Вот. Джбинг. Так. Иди сюда, падла. Во. Нормас. Джбинг. Я думаю, что молот тут этот не хотел работать нахер. А ну вон что. Так, ладно. Что у нас тут еще по глине вонючей? Так, есть. 45 еще сейчас напополам разделим. Мне впаду сейчас добавлять в EMC. Я хочу сделать так. Знаешь, я хочу почувствовать всю боль. Херак? Да, это из-за того, то, что кто-то является подстилочкой. Нет. Абсолютно. Не ври. Не ври, пупсик. Схерали подстилку. Шо, ебан? Я просто хочу прочувствовать всю боль Грег Тэтча. Просто забей. Просто импостер, которого спалили на том, что он слезал винты. При всех. Вау. Так, а у нас кокосовая маслечка делается. Кокосовая, блядь, чего? Так, винты... Ага, понял. Так, а где мои инструменты? Так, вот у нас есть 4 железных винта. Так, молот. Ладно, есть.
Где мой напильник? И где моя отвертка? Я не понял. Я что, знаю, где она? Блэд. Блядб. Куда делась моя отвертка? Которую я сую себе в очко. Спали. Импостер. Где моя отвертка, мать твою, а? Я что, знаю, где твоя отвертка? Сука. Что я себе в очко совать буду? Блять. Сука. Падла. А, вот. Нашел. Напильник и пилу. Ищу его. А, все, вот. А вот отвертка, все, нашел. Так. Нормально. Две медных пластины. Медь. Медь пластина. Два штука. Два штука. А. Так, не понял. Ага. Вот так вот. Нет, так, 12. Все, 12 прутов. Нет, 13 прутов. Хера, у меня напильник почти сдох. Охереть, говно вонючее. Писка. Так, сиська. Два железных винта. Так. Вот так вот сделаем. Потом вот так вот еще сделаем, чтоб было. Потом вот так вот еще. Так, неожиданно и приятно. У тебя очко горело? А что, что ты сожрал? Да я ничего не сожрал, я этот самый... Так, подожди, что там еще-то надо в квесте, в крафте, вернее? А, ты сушеные кирпичики делаешь? Так... Чтобы нормальную печку стинкерса сделать? Да-да-да. Найс. Мне нужен молот. Молот. Молоточ. Молоточ. Блять. Короче, молоток очка. Джинк. Так, где молоток? Вот молоток. Херак. Так, жбаньк. Херак. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, раз, два, три. Та-та-та. Так, здесь мы вот такую залюбку делаем. Жебаньк. Та-та-та-та-та-та. Не понял. Во. Так, и там у нас получается еще четвертый слой. Так, два, три. Вот, я не знаю, так принято появляется у нас больше. Понятно. По-моему, четвертый этот у нас, по-моему, закрыто должен быть. Так, не понял. Чуть-чуть. Так, стальной молот, электрум, инваровый, бронзовый. Вот, железный молот нужен. А, можно и такой молоток сделать. Так, это 5 слитков железа плюс 2 доски. Так, раз, так. 2, 3, 4, 5 и... Раз, два. А что ты там делаешь? Я делаю молоточек. Какой? Из Pickle Twix. Чтобы вот здесь вот сделать вот эту вот пиписку. На, мультиблок Оуэн, квест комплектед. Ой, наградка Complete. Есть какая-то. Что за награда? О, лава капсула. Норм. Так, ну теперь осталось только понаделать до хрена пиписок из сушеных кирпичей. Угу. И можно сделать нормальную печку из тинкерса. Да? Да. А можно еще будет потом купить какашки. Какушонок купить надо. Купи какашки. А может, я хочу купить сушеные говяжьи ханусы? А может, ты хочешь купить сушеные спермы? Maybe, maybe. Блять, я пристал это сушеные спермы. Сушеная говяжья сперма, чувак.
Нет, ты, блядь, понимаешь, это как получается, ну, ты тупо, вот, как будто вот, знаешь, блинчик наливаешь на сковородку, только очень-очень тонко. И оно, блядь, получается такое заскорузлое. Кто о чем? Ну, а мы о говне. Куда поставить эту залупу? Яку. Вот печку Стинкерса? Да-да-да. Да-нам-нам-нам-нам-нам. Ну, может, где-нибудь тут. Рядом. Так, где? Где говно? Так. А ты уверен, что ты правильно сделал то, что вот здесь вот, вот так вот печку поставил? В смысле? Ну, типа, просто понимаешь, здесь для того, чтобы зайти в коксовую печь, надо будет заходить между... Нет, я вообще думал, то, что ты ее вот так будешь построить, чтобы вот так можно было зайти. Не понял. Так, где у нас... Нет, мне не магнитная сталь нужна, мне обычная сталь нужна. Красивые пиписки будем строить. Но только если вы купите какашки. Так. Такс. Надо тут продумать. Ну вот, к примеру, вот здесь вот будет цистерна славы. Так, вот тут вот будут у нас сливные ячейки. Получается. Ладно, пусть не будет с двух сторон. Только. Так. Что-то я, знаешь, не могу понять рофла. Какого? Да такого нахер, то что получается этот... я делал доменную печь, вообще хер пойми для чего. Ну вообще, чёрт, ты пнул меня. Я тебя вообще не трогал. У меня просто здесь крафт не выложен. Дичь какая-то нахер. Подожди. Теперь, по-моему, нам надо подождать. Здесь оно долго делаться будет, по-моему. Нет, она должна же загореться. А может, ты не так ее построил? Ну, как показано на схеме. Ну, где ты схему посмотрел? Ну, вот, допустим, вводишь доменную печь. Вот. Доменная, вот примитивная доменная печь. И смотришь шаблон.